Резко вернемся на сколько? На час назад, чтобы эта тачка наполнена 3 тоннами ваты. Хирургическая, брат! Конкретно посвящен прыжкам. Сегодня мы кайфуем, соответственно, знаете, ну вот, блядь, есть, да, у нас, например, вот сугроб. Вот такой сугроб, то есть должно быть примерно 3,75 глубиной. И, блядь, глубина доступна. Ну так мы вместе так понял, вынем так. Я орел, блядь, на часах сейчас сколько времени? 14:31 у нас, грубо говоря. Короче, просто потом, по итогу, вот такие облака. Поразить высотой. Будем прилетать. Знаешь, что придумал? Я пиздец, что придумал бомбовую тему. Сейчас поеду, короче, похаваю. Мы вам сейчас покажем, как... Сейчас, я думаю, работаю гораздо... Сколько людей приходило? 24. 24 человека? Вот эти мешки. Типа их столько и было. Понял. Я не понял. Это вам хуйни. Самое главное, распушевывайте ее охуенно, чтоб я сегодня не сломал позвонок. Я в тачке его дома. А до сотки сколько она выезжает? Слушай, куча уже достойная, согласись. Маты. Ну что, все. Что если мы посмотрим на ту кучу, она... Блять, она не имеет свойств выбора. Будет обидно, блять. Пускай произойдет чудо, ну, блять, эта коробка ебаная на пол. Мало сейчас. Вот у нас в любом случае дохуя пакетов, поэтому есть, мы принимаем решение, соответственно, сделать какую-то отдельную зону, да, максимально высокую, блять. Честно. Мы сейчас, слушай, начинаем, в принципе, кажется, практиковать, даже... блять, нашу самодельную подушку. Блять, у меня какая хуйня, мне нельзя не спать. Опустили пониже, сейчас на 2 метра. Вот эту руку прижал, ну и вот эту. Ничего не по... А, типа русская рулетка, блядь? Нет, типа ты брал 10. Да ну, следующий человек уже... Вот он! И останови! Бля, это была самая страшная хуйня в моей жизни. Тише вниз. Это было вообще не было. Не, самое страшное, когда там стоишь. Это не 12. Это тот человек, который в сегодняшнюю, в сегодняшний выпуск, ну, собственно, продал нам эти грани. Вот туда! Да не, слышу, ты вот тут. Помнишь, блядь, 16, блядь! Ты не разъебался вообще? Нет, мягко. Бля, если что, 16 метров. Да ну нахуй, просто не верится. Опасности вообще ноль. Я прыгну, вот что дело. Когда я сказал про двадцатку, скорее всего, напиздел. Давай все время, ну я это сделаю точно, если нам лайк потом в комментариях не писали, а где 20? Соорудить какую-то конструкцию! Куда? Все, я не прыгну.